Какой-нибудь жесткий бы вообще. Чтоб обосрался я просто здесь. Ночь на острове смерти. Поехали, нахуй. Поехали. Но это ласт. А випку сейчас дам. А про корабль я смотрел уже, пацаны. Мне будет не так интересно просто. Привет всем, меня зовут Дмитрий Машенников. Я про корабль смотрел уже. Я провел ночь на самом известном в мире заброшенном призрачном. Я бы посмотрел. Короче, смотрите что. Я теперь вообще ролики на ютубе не буду смотреть. И все, что я захочу посмотреть, я просто буду себе в ВК закидывать. И мы просто будем в конце стрима чилить смотреть. Все новинки, окей? Вот, типа, чтобы я... Ну, мы прям не пропускали, типа, движух никаких. Окей, пацаны? По правде, я уже много где был. Я ночевал в заброшенной психиатрической больнице в Альте... Опа-на, пацаны. Сто процентов без запреток идет 20 минут. Вижу тебя на сквозь, юзаю бег луган. Журки на руках, открутки цирюга. Я копирую. Спасибо, себя, брат. Использую шаринган. Ты стреляешь холостыми, я кидаю разенган, разенган. Брат, привет, я тут новенький, так что не бейте, за сколько посмотришь Фликсайр все части. 100% без запреток идет 20 минут, ссылку я, конечно, дам, так что жду твое решение. А что за Фликсайр, я не знаю, что это чат, что это такое? Спасибо, брат, за донейшн, спасибо, брат, я просто не шарю, что за Фликсайр. Бляха, я, короче, на Диме Масленьке посижу, ребят, окей? Блин, можно, конечно, ну, блин. Нормально. Терра в Италии. Я пугался каждого шороха в призрачном отеле Беренгария на Кипре. Спасибо, брат, за сотку. Я просто не шарю, что это, правда. Замка Врата в Ад в Чехии. Но я никогда не посещал настолько известного места. Это ужасный остров Павелья. Венеция. Кто-то был на этом острове, чат? Отдыхал? С родителями без. Просто поймите, что этот маленький клочок земли рядом с Венецией является одним из самых страшных. Бляха, Саня, я сегодня банил челов, кто эту пасту спамит. Здорово, брат. Чистого страха. Пристанище душ. Именно так Павелью называют местные жители. Санечка. Почему же? Санечка. Ответ очень простой. Да заколебете. Чума. Эта болезнь в средние века унесла миллионы жизней в Европе. Чума поражала страны одну за другой. И с ней боролись весьма категорически. Именно поэтому Павелье стало настоящим изолятором смерти. Сюда свозили не только трупы, но и живых людей, включая женщин и детей, сбрасывали в ямы с трупами. Либо сжигали заживо, чтобы остановить... Ему что за жесть там творилось? На этом жалком клочке земли, по самым скромным подсчетам, было насильно умерщвлено более 200 тысяч человек. Ема! Верхний слой почвы на 50% состоит из праха этих людей. Но на этом ужас Павелья не закончился. Остров что-то пустовал жестко, до 1922 года, когда здесь была открыта психиатрическая больница, в которой практиковали новые методы лечения. Но вместо них главврач просто вскрывал черепные коробки пациентам, из-за чего они погибали один за другим. По легендам, весь этот ужас оставил неизгладимый отпечаток на Павелье и сделал ее одним из самых призрачных мест в мире. Я решил своими собственными. Кто уже обосрался? Есть такие? Нет в чате, ребят? Ужас, и отправился кто-то уже в Венецию, чтобы разоблачить чистокак я спустил такой небольшой этого места. Нет. Но это оказалось не так просто.
Абсолютно без шуток местные жители стараются даже не говорить. Такое стрёмненько немножко, да? Тем более и Камбатай, привет. Здорово, ребят. Это второй видос. Моряки обходят это место стороной, а сам остров очень жестко охраняется полицией. Так что любые попытки проникновения в это место могут закончиться проблемами с законом. Поймите, я просто спрашивал местных жителей об этом острове, и кто-то из них вызвал полицию. Просто полиция подъехала, начала расспрашивать по поводу того, зачем я интересуюсь, все дела. Я просто им сказал, что так и так, вот слышишь, что есть типа такое место, реально туда попасть или нет, просто. Вот если бы я им сказал, что сейчас я собираюсь там снимать все дела, меня бы тоже... Да, я хочу на пляже полежать просто. Основная моя проблема была в том, что я не мог найти лодочника, который просто бы доставил меня на Павелию. И благодаря какому-то нереальному... Мемы чисто... Пиши, то неправильно! Спасибо, брат! Покажи мне, что правильно! Покажи мне, где правило! Покажи мне, что правильно! Вижу тебя насквозь, юзую бегу. А, подожди. А, это Сапка прилетела? Я не понял, я в голове что-то. Спасибо за Сапку огромное. Яма у вас просто атаковала звуками, ребят, со всех сторон. Просто Сапка с одной, Данэйшн с другой. Так что поясни, ПЖ. Мемы учит продать билет монтаж от русского человека, но так что, тем более, если не смотрел, советую посмотреть, я не понял, что за процент, так что поясни позже. Смотри, брат, мы нож за 20 тысяч рублей разыгрываем. Ножик за 20 тысяч рублей разыгрываем, коготь патина, вот, в стиме. Вот, и, типа, ты закидываешь 100 рублей с трейд-ссылкой, тебе выпадает процент, брат. Вот, но ты без трейд-ссылочек закидывал. Спасибо, брат, огромное за ссылочку, ну как-нибудь глянем, брат. Не обещаю, что сегодня, потому что, скорее всего, это maybe last видос. Вот, но спасибо огромное, потому что я жрать уже хочу, капста. Спасибо, брат, спасибо за донаты. И спасибо за Сапку огромное, кто в Сапку купил. Спасибо, ребят. Который был готов за нереальные бабосы... С Мамиксом, я не знаю, что такое. ...на остров и забрать оттуда рано утром. Я уже не мог давать заднюю, и я согласился на эту опасную вылазку. Блин, что за камера, интересно, у него? Мне кажется, она косарей 200-300 стоит. Я только не понимаю, почему он пришел не один? Вот это немножко странненько. Тебя грохнут, на острове останут. Оставят. Абсолютно удивительная вещь сейчас происходит, конечно. Я нелегально плыву с какими-то мужиками на заброшенный остров. Их почему-то двое приехало, а не один, как они обещали. Мамикс в коме лежал, у него... ЧЕГО?! Реально?! Да ну нахер! Из-за петарды? Типа вот этой маленькой? Или там огромная? Или как, или чё? Не, я не знаю, ребят, не знал. Я знал, что он там всякие эксперименты делает, всякую движуху. Но что, типа, у него бахнула петарда в руке? Пацаны, будьте осторожны, пацаны, петарды — это опасно. Ну, реально. Ёб твою мать. Ну, я... Блях. А как вы узнали, типа, это? Чё такое? Как вы узнали нахрен? Сори, что стопнуло, ребят. Атмосфера. Мамикс попал в кому. Да ну нахер. Ну ладно, это мы глянем чуть позже. Я в ахере. Ребята, это реально сейчас происходит. Я, блядь, в таком шоке. На это место вы не представляете, сколько я смотрел постоянно, и вот я здесь. Да? Димас под жестко. Попросили сесть пониже. Дима, ну так-то атмосферненько там на самом деле. Чисто на расчилиться. Ребят, если что, я сходку подписчиков делаем, встречаемся на этом острове, ну, примерно в 12 ночи завтра. Вот, кто хочет, приходите, будет весело. У парней чувствуется напряжение в глазах, они как бы тоже... Пилот, брат, спасибо за сотку. Пацаны, вы хоть 3 ссылки прикрепляйте, чтобы участвовать в розыгрыше на ноже, вы чё? Спасибо, дядь. Пилот.
Вижу тебя на стол, юзаю бятуган, джойсты на руках, открутки тюрган. Еще раз донатили. Спасибо, дядь, спасибо за донат, спасибо огромное. Санечка, ты снимаешь? Я снимаю, конечно. Ну, я снимаю и смотрю одновременно, вот. Что один, что второй. Сейчас вы видите первую знаменитую локацию Павели. Это так называемый мост душ. Дело в том, что здесь есть как бы две части. Это правая и левая. Правая часть, где сжигали тела мертвых. Туда переправляли еще живых больных людей, умертвляли их и сжигали. В этой части, той, которая слева от меня, там, соответственно, пытались их лечить, когда, соответственно, вариантов уже не было, их переправляли на эту часть острова. Поэтому люди боялись этого моста. Переходить с одной части на другую, потому что там их ждала неминуемая гибель. Ну, сегодня, да. Сегодня прям хорошо по активчику. Ля, я думал, это рыба. Я охерел. Я думал, рыба лежит. Ну, в смысле, плывет. One second. Тупо акула, прикиньте. Че он им сказал? Приеду завтра, типа, или че? А, не уезжайте, я думал, они с ними будут. Напишите в комментариях, чувствуется вот эта атмосфера здесь или нет. Я не знаю, почему, ребят, может, я себе сейчас накручиваю. Килька была. Столько мертвая атмосфера. Я кильке. Что, звук погромче прибавить, да, ребят, что все скримеры слышат сразу? Господи, сейчас светит солнце, мне стрёмно до усрачки просто. Что здесь будет, когда тьма наступит? Да, он ночью здесь будет, ребят, прикиньте. Так. Чисто ванная помыться. Очень мне здесь прям вот неприятно находиться. Так. Начнем, пожалуй, наверное, с призрачного моста, о котором все говорят. Фух. Очень густая растительность здесь. Такое чувство, знаете, как будто я не в Италии где-то, а в джунглях каких-то. Так. Это что у нас такое? Какая-то часовня, что ли? Куачи Куалькуно? Куачи Куалькуно. Бля, еще кусты такие стрёмные, нихера не видно, что за ними. Призрачный мост. Давайте на него сходим. Бля, мост весь хлипкий какой-то. Сейчас такое переводит, и там стоит чел просто. Не развалится. С вейпом. Не бойся, это не российский мост. Все нормально было. Так, ребят, зачем я посетил вот эту часть острова? Дело в том, что во всех путеводителях, информации в интернете говорится о том, что верхний слой здешней почвы — это пепел
сожженных здесь людей. Жестко. Получается, вот сейчас я хожу по трупам людей, которые были больны чумой и которые здесь сожгли. Очень рыхлая почва. Блин, я бы не копал на самом деле. Реально, как будто, знаете, пепел. Пепелообразная какая-то. Но с другой стороны, это может быть просто сухая земля. Тут как бы непонятно, конечно. В общем, я хочу взять пробу грунта здесь и пробу грунта около зданий Павелии. Сдать это на анализ и действительно с научной точки зрения подойти к этому вопросу и посмотреть, есть ли здесь действительно пепел человеческих останков или нет. Так, камера пишет. Вы слышите что-нибудь, нет? Квачи-калькуна? Из кустов, прикиньте. Не знаю, какое-то зверьё всё-таки бегает здесь. Конечно. Первый образец, номер один. Посмотрим, что это даст. Дима, ты камеру оставил? Густые заросли. Будет очень сложно прорваться, конечно. Квачи-калькуна? Чего? С боем пробираюсь к зданию. Очень сложно. Какие-то лианы везде кругом. Ё-моё, ребята. Боже мой. Жестко, ребят. Подвал — это одна из самых страшных. Чисто, ребята, домик на лето снять такой, отдохнуть. Неплохо. Это, ребят, чтобы вы понимали, тут все-таки задержали психов. Решетки на окнах. Фу, твою мать! Фу, блядь. Фух. Задел об дерево, на секунду показалось, что кто-то держит, блядь, за хвост. Фу, твою мать! Фу, блядь. Ребят, фантазия пиздец играет уже. Самое стрёмное. Что за звук, что был? Что за птица? Заброшенные больницы и так далее. Это вот койки и спинки от коек. Вот я терпеть это не могу. Это очень стрёмно всегда смотрится. Пойдёмте, найдём вход и уже будем изучать то, что там внутри происходит. Что за звук? Что это за пищалка? Ну, пиздец. Просто петля висит. В чем? Не, братка, ты в топ чата по подаренным сапкам залетел просто, братиш. Да, тарзанка, пацаны, тарзанка, да. Это тарзанка, кто не знал, ребят, да. Квачи-калькуна? Как думаете, где лучше, на улице или в здании, чат? Вот ночью. Надо было
выволочь сюда, естественно. Вот эту вот ванну. Блин, это мусор. Опаня. Что такое? Это обвалилось, что ли, что-то? Жутко. Они, подожди, они стоят на чем? У них нет перегородок между друг другом, чекайте. Они на чем держатся, чат? Что за дерьмо, они на чем держатся? А чё за прикол? Они на ножках стоят, пацаны, просто без перегородок, чекайте. Землю вбиты. Смотрите, они без ничего стоят. Как они могут стоять? Да, смотрите, жаль тех, кто уже неминуемо должен был погибнуть. Блин, уж это грибово смотрится. И вот это очень-очень стрёмно выглядит. Просто как они их закрепили даже. Очень стрёмно. Чё за говно? Жёстко. Никак не закрепили. Их никак не закрепили, говорит. Бля, они тут все в равновесии стоят, ребята. А как это возможно? Потому что здесь так мало народу ходит, что даже подобные вещи остаются нетронутыми. Это жестко, это очень жестко, ребят. Безумно гнетущее чувство, ребят. Там прикиньте, сколько всего можно себе напридумывать в башке просто. Блять, такое, знаете, чувство. Алло? Алло, это мой эхо был? Алло? Алло, алло? Пиздец, я накручу уже. Когда маманя легла спать, а ты сел за комп. Алло? Алло? Тихо. Так, ребят, здесь надо камеру точно ставить. Камера пишет. Так, ребят, у меня появилась новая фишка. Это специальные LED-панели. Как там с деньгами? С какими деньгами, пацаны? Я буду их крепить к стенам комнат, где оставляю камеры. И если в них будет хоть малейшее движение, они будут загораться. Ой, вот на эту кровать мне крайне бы не хотелось садиться, конечно. Ребят, проводим эксперимент с диктофоном. Куачи Квалькуна. Так. Си оно. Что, загорится? Квачи Квалькуна? Си оно? Так. Квачи Квалькуна? Си? Си оно? Из темноты, бро. Си! Ема, это чё? Чё это? Аж плюнул. Чё за звук? Не помню, чтобы так птицы орали, если честно. Здесь. Это собака. Это филин. Это филин. Это филин. 100%. Ёб твою мать!
чё за звук вот этот вот? Так. Пищит. А, блядь, он что-то поставил? Просто вот еще несколько лет, и вот это тоже окажется на полу, к сожалению. От этого места уже вообще ничего не останется. Так. Ема, стул стрёмный. Без вот этих милых стульчиков. Не, стульчик прикольный. На заброшке. По-любому с Икеи где-то прикупили. Причем, смотрите, малыш на трех лапках балансирует. Какой-то поразительный баланс в этом здании везде. Баланс нарушен. Сорян, баб. Сейчас подходим к зданию, которое находится на набережной. То есть, если там будет свет, то меня запалит полиция и, скорее всего, загребет. Так. Да полиция вряд ли там на этом острове, мне кажется. Здесь у нас, походу, раньше был камин. Вот о чем я говорил, ребят. Щели в окнах. Если будет полностью открыто окно, скорее всего, полиция может увидеть. Поэтому я сейчас максимально приглушаю весь свет. Хороший. Ребята, у него титанические яйца, ребят, светит, я не знаю. Очень слабый источник, чтобы видеть мое лицо. Я вот так смотрю в темноту, я ничего не вижу. Только по экрану мне видно, что там просто длиннющий коридор. Я сейчас его на секунду подсвечу, чтобы понять, насколько он длинный. Ема! Чего? Просто нереально. Что за туннель нахрен? Что за туннель гребаный? Там такая колоритная плита. Я вот ее в натуре вообще не вижу. Прикиньте, он в соло просто в какой-то заднице, в каком-то замке просто ночью в одного уходит. Это матрас плавать. Это наша фишка. Ну, кто последний пещеры смотрел, тот поймет. Хочешь Куалькуна? Чё это такое? Это кусты или окно, или чё это? Я бы даже с кем-то туда не пошел. Да конечно, нахрен. Не, хотя я хочу рельчики такие поделать. Но, типа, надо посмотреть какие-то, может быть, тоже какие-то хоррор-дома есть. Красава. Что за хуйня, блядь? И макабан пробежал, походу. Ребят, минутку, Дима обосрался. Сейчас все. Чего? Подожди. Чего? Я бы уже пешком по воде добежал бы до аэропорта. И... Что-то жестко, что-то за... Ну, это могло то, что он ударил, конечно. Мочи Куалькуна. Ля, какие криповые. Мочи Куалькуна. Что это за хуйня, блядь? Что это за хуйня была сейчас? Thank you.
Ну он ударил, наверное, из-за этого. Ах, иди. А, она на автозахлопывание. Она с автодоводчиком. С автодоводчиком. Вот это сейчас стримак был, конечно. Че, прикиньте, вот эти все херни упадут просто за секунду. Так, по очереди вот так. Слушай, братан. Слушай, кофе ты нет. Здесь забыл, все не твои... Самое вкусное в Додо пицце, ребят. Так, лестница. Бля, еще и лестница. Все развалено. Я просто если... Че за говно? Утки взбесились. Пиздец. Нормально, то есть такая чисто, знаете, система сигнализации на острове, ребят. С помощью уток. Как ты здесь, блядь? Прям с леденца свет врубил я, чтоб вам было видно. Чтоб никто потом мне не говорил, что типа я сыкую и так далее. Не проверяю этажи. Вот сейчас, ребята, я полезу вот туда. Кто да, не рискует, ну, тот, как говорится, не пьет шампанского. Не, я бы не... Бля. Да ну нахер, там еще и сверху. Сейчас в любую секунду верхняя часть может на меня просто обвалиться. Блин, сколько зданию лет, что оно так разваливается жестко? Больше сотки получается или как? Так. Хорошо. Так, что у нас тут на верхнем этаже? В принципе, все абсолютно то же самое. Ну вот прям... Один в один. Отсюда еще лучше виден берег. А это вообще нехорошо. Покажу, что здесь. Ну, коридоры. А, все обвалено. Потолок тоже лежит, весь разрушенный. Ребят, я дико извиняюсь, но я все-таки, наверное, аккуратненько... С этой шапкой конструкции все-таки вниз пойду. Он еще с камерами туда, просто с камерами. Твою мать. Ребят, я это делаю специально для вас. Не, я не хочу со школы. Так, палата для обычных пациентов. А вот, пожалуйста. Видимо. Вход в корпус, где жили пациенты. Фу, я не против насекомых, но вот это просто мерзость. О, это сверчки, бля, по-моему, да? И, бля, ими все кишит тут. Фу, бля. Пацаны, только не прыгайте на меня, пожалуйста. Давай резко. Ну, пока скримеров, да, не было таких каких-то жестких, согласен. Но я надеюсь, типа, что-то будет. Так. Нужен движ какой-то. Камера пишет. Лестница на второй этаж. Фу, бля, просто посмотрите, в каком у нас состоянии. Угу. Блин, конечно, можно было бы попробовать залезть. Ага. И тут же просто, ребят, смотрите, табличка NO. Как будто знали, что я приду, и написали.
Было бы интересно, конечно, посмотреть, что там на втором этаже. Ну ладно, у меня вот прям внутреннее чувство какое-то, что лезть туда не стоит. Тут еще какие-то растения, какие-то заросли везде. Просто, ребят, вот мое внутреннее чувство. Чтобы вы понимали, это следующий пролет лестницы. И он просто упал, обвалился. И это может произойти в любой момент с любым перекрытием здесь. Квачи Квалькуна? Или это, может, каркас кровати какой-нибудь старый? Ну, опасно, да, там ходить. Здесь вот это вот такое вот особое чувство, что кто-то на тебя постоянно смотрит, стоит сзади. Безумно жалко, что Павелье превращается в какую-то, знаете, груду хлама, хотя... Безумно красивое место, я до сих пор не понимаю, почему настолько лакомый кусочек земли в месте, где земли не хватает, а Венеция построена на воде и островах, просто пустует. Почему это нельзя было восстановить? А, это Венеция? Бляха, я просрал момент. Понятно. Вот сейчас, друзья, мы пойдем в самое главное место... вот этого корпуса. Это маленькая комната, где постоянно избивали пациентов. Получается, люди здесь жили, и они постоянно слышали, как вот в этом месте бьют их друзей, других пациентов. Представьте, вот что они в этот момент испытывали. Что за больница такая? Что за хуйня, блядь? Что за хуйня? Это белка? Птица съебись нахуй, блядь. Подожди, я что-то не заметил ее. Подожди, стоп, а где она была? Это птица. Что за хуйня, блядь? Это белка. Что за хуйня? Какая птица? Птица съебись нахуй, блядь. Просто ебать. Ну я бы тоже обосрался с любой птицей нахуй. Птиц здесь нету, ага, а вот это кто? Это белка, походу. Охренеть, ребят. Юля, не пугай меня. Обалдеть, ребята, просто посмотрите. Зданию около 700 лет? Зданию? Вместо потолка лиан. Он давно обрушился. И лианы сделали свой потолок. Это просто какая-то декорация к фильму ужасов, ребята. Как это ужасно выглядит, просто взгляните. А что это за растение такое, которое разрослось так жестко? У подписчиков появилась следующая идея. Купить приемник, радиоприемник старого образца, поставить его на какую-то пустую волну и позадавать вопросы. И оставить его тут в одиночестве, возможно, будут какие-то знаки и так далее. Ну, как говорится, посмотрим. Квачи Квалькуна? Вы слышите? Какой-то... Может, это корабли тут юзают? Это прям морзянка идет. Я, к сожалению, морзянку не знаю. Напишите в комментариях, что это обозначает. Квачи Квалькуна? Квачи Квалькуна? Чё прям на этот отвечает? Интересно.
интересная херня. Квачи Квалькуно? Может, тайминг просто спрашивает? В общем, ребят, тут идут помехи какие-то, да, после вопросов. Но мне кажется, они идут абсолютно рандомно. Предлагаю ставить здесь приемник и рекодер, и пусть он записывает звуки, которые с него идут. Еще 5 минут осталось, чат. 5 минуточек. Блин, птиц тут просто херовая тьма. Уже все просыпаются, конец ночи. И вот эти страшные звуки, это просто нечто. Лимон решила поесть. Ну, вот сюда, ребят. Главврач местной больницы, он был приверженником лоботомии. Без наркоза, без всего. Вскрывал черепные коробки у людей и так далее. Его, соответственно, все просто... Что? Хорошо. Хорошо. Так, где проход-то в колокольне? Все это очень и очень странно. О, нихера, там лестница, получается, была какая-то или что? Нихрена себе. Ну такой лайтовый, да, Газбастер, на самом деле, чат? Уф, давайте рискнем. Не понимаю, я рассказывал, конечно, о том, что типа здесь нельзя провести время никак. Вроде бы... Обычная колокольня. Ну ни одного скримера пока не было. Я хз. За сколько? 36 минут смотрим. Не, напрягающая атмосфера в начале ролика была. Ёперный театр. Дом полез. Пиздец высоко. Так. Уёб твою мать. Это летучая мышь? А. Ну, в принципе, тут ничего нету. И лестницы наверх нету. Может, она, конечно, прогнила. Ну, высота приличная, чтобы разбиться. Так, ребят, я все сейчас сделал. Все, что было в моих силах, я хочу слезть. Так что увидимся с вами внизу. В общем, какие-то результаты мы с вами получили. Осталось сейчас взять пробы грунта с этой стороны павильи, собрать все оборудование и остаться в основном корпусе с этой стороны, дождаться моего лодочника. Я надеюсь, что он все-таки приедет за этим бабусом, который ему отвалил. И я наконец-то поеду домой. Ну типа лайт, я думал, жестко будет. Так. Надо будет еще какие-нибудь Госбастеры посмотреть, типа там были пожестче, по-моему. А, он на паутине летает, бля. Вот это было странненько, конечно. В общем, ребят, так вам скажу. Не увидел я вот в этом самом призрачном острове в мире ничего такого сверхъестественного. Пробы грунта мы исследуем в лаборатории. Но в любом случае, я это сделал. Я провел ночь на самом призрачном острове в мире. Не менты такие на заднем фоне, я тут чисто. Это просто невероятно круто, я безумно собой горжусь. Осталось дождаться моего лодочника. Он и приедет? Отправиться домой. А, вон он. Без тени сомнения хочу сказать, что это было одно из самых странных, пугающих и удивительных приключений в моей жизни. Ну прикольно. Ну такой лайт чисто, лайт я считаю.